Добрый день, дорогие подписчики! Умывальники дачные стеклопластика занимают лидирующие позиции не первый год. Новинка сезона 2023 года представлена в этом видеоролике. Это умывальники, изготовленные под натуральные материалы, под дерево и под камень. Садовый умывальник надежный, он выполнен качественно. Материал стеклопластик влагостойкий и антивандальный. А теперь давайте посмотрим, как он функционирует. Дачный умывальник снабжен латунным краном и легким движением руки мы открываем, и в такую жару подобные умывальники, мне кажется, незаменимый элемент на любом садовом участке. Обратите внимание, что в этой модели умывальника необходимо будет продумать слив. Вообще, садовый умывальник можно устанавливать на любой поверхности, но учтите, вода должна куда-то уходить. С правой стороны от меня также новинки умывальников, выполненные под камень и под дерево. Они немного меньше той модели, которую мы с вами сейчас рассматривали. Все умывальники для дачи, для летнего сезона вы можете найти на страницах сайта Hitsad в определенной категории. Ссылки мы оставим под видео. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Именно там мы рассказываем в самую первую очередь о всех новинках.